Химки Подмосковья на своей площадке принимали принципиального соперника команду «Уфимец». В первой игре сезона в гостях химчане уступили, так что в этот раз команда рассчитывала на реванш. Однако с первых же минут матча «Уфимец» дал понять, что хозяевам поля придется нелегко. Гости пошли в отрыв, к середине первой четверти химчане проигрывали 10 очков. Сократить отставание до 5 очков удалось только на 10-й минуте. В таком же темпе прошла и вторая четверть встречи. Химчане постоянно были в догоняющих. Со счетом 44-51 команды ушли на большой перерыв. Тренерский штаб внес коррективы в игру. Это дало свои результаты. Начало второй половины матча определило дальнейший исход игры. Химчане постепенно стали отвоевывать очки. В третьей четверти игра химчан заметно преобразилась. Подмосковные баскетболисты усилили защиту, успешно проводили быстрые атаки и в итоге сумели одержать победу над гостями из Уфы. Матч завершился со счетом 92-81 в пользу химчан. Сегодняшний соперник был для нас, скажем так, принципиальный, потому что первый матч этого сезона, сезона 19-20, мы играли у них в гостях. И проиграли. Это команда «Новичок», «Суперлиги-1», команда великовозрастная. Но, тем не менее, мы хотели реабилитироваться, в первую очередь, в своих глазах, чтобы с позитивным моментом настроем идти дальше по стезе баскетбола. Ну, мы прибавили в защите, у нас тренер дал понять, что нужно играть в защите, чтобы мы больше забивали с легких бросков. И мы отзащищались, быстрый подбор и быстрая атака, свободные трехочковые, свободные атаки с кольца дали свои плоды и дело довели до победы. Это четвертая победа команды «Химки Подмосковья» в Суперлиге-1. Сейчас по соотношению побед и поражений в турнирной таблице команда делит позиции с новосибирским и питерским «Спартаком». Следующую игру химчане проведут 18 января с «Самарой».